Напряженное лето выдалось для выпускников университетов. Защита диплома, ГОСы, нервы. Но зато теперь высококвалифицированные специалисты. В начале выпуска хочется пожелать всем удачи. И главное, следовать за своей путеводной звездой. А это программа «Молодежный проспект». И я ее ведущая Анна Захарова. Здравствуйте. В этом выпуске мы побываем на вручении дипломов студентам ЮРГУ. Вдохновимся парой, которая делает детские кухни из дерева. И узнаем немного больше о паркуре. Что? Не идет? Знаете, сразу ощущается какое-то волнение и легкий трепет. Казалось бы, только поступаешь в университет, ко всему привыкаешь, и уже вручение дипломов. Вольное плавание, новый горизонт, взрослые решения и все такое. Ну, вы не переживайте, мне-то еще целых 2 года учиться. Пойдемте лучше посмотрим, как прошло вручение дипломов студентам ЮРГУ. Шапочку придется вернуть. Жалко, красивая. Для каждого студента вручение диплома – это день, который он никогда не забудет. Но для Никиты Дубровского и Елизаветы Яскиной он станет по-настоящему особенным. Во время вручения дипломов выпускник Высшей школы электроники и компьютерных наук Никита Дубровский сделал предложение своей девушке Елизавете Яскиной. К такому событию он готовился целый год. Все было сделано для того, чтобы как можно больше людей узнали об этом. Их история любви началась 3,5 года назад. Я был организатором мероприятия на факультете «Что, где, когда». После этого мероприятия был фотоотчет, и я подготавливал презентацию для того, чтобы студентам-первокурсникам показать, как вообще живет факультет, его внеучебная жизнь. И в момент подготовки этой презентации я увидел замечательную фотографию, на которой была запечатлена Елизавета. И вот после первого и единственного взгляда я понял, что эта девушка будет моей. Потом на самом мероприятии, когда мы первокурсникам рассказывали о том, как это все происходит, как происходит наша внеучебная жизнь, я посмотрел на слайд с ее фотографией, потом посмотрел в зал, увидел ее. У меня что-то внутри сжалось, и все с того самого момента мы познакомились, и я ее больше от себя не отпускал. Более 7 тысяч студентов получили дипломы. Из них 10% окончили университет с отличием. Многие начали работать по специальности еще во время учебы. Выпускник ЮРГУ Николай Валькевич, программист суперкомпьютерного центра лаборатории суперкомпьютерного моделирования, собирается продолжить обучение в магистратуре по специальности фундаментальная информатика и информационные технологии. Последний год самый напряженный был, больше всего эмоций, больше всего событий. Надо одновременно все успеть и на работу в лаборатории, и на учебу, и диплом сдать, и все это еще обсудить. В день защиты прямо не спал практически, спрыгнул моментально, полетел и сдал, и лучший диплом на потоке, и это было прям ух. Дипломы Южноуральского государственного университета получили не только русские студенты, но и иностранцы. Выпускник ЮРГУ из Ирана Алтувайн Хасан счастлив, что попал именно в Южноуральский государственный университет и закончил его. Мне очень приятно, что я закончил сегодня моя диплома на специальности информатика и математика. Магистратура я уже закончил. Мне очень-очень хорошо сейчас. Я очень рад, что я здесь, в России. Мне очень нравится это ЮРГУ, это город Челябинск. Люди, я думаю, что очень добрые и хорошие. Мне очень приятно здесь. Спасибо вам большое, спасибо. Все выпускники рады празднику. Кто-то уже строит планы на будущее и думает, чем же заниматься дальше, а некоторые до сих пор не могут поверить в происходящее. О, боже мой, диплом у меня в руках! На самом деле это, опять же, большой труд. И я очень рада, что он у меня в руках, что я его действительно держу, он настоящий. И сейчас еще непонятно. Для меня всегда было возвращаться в сентябре в университет, это было нормой.
А сейчас я еще не могу понять. Я просто стою, радуюсь со всеми. И осознание того, что я получила диплом, у меня придет, наверное, только когда пойдет сентябрь. То есть, когда мне не нужно будет ехать в университет, сдавать экзамены. Даже немножко грустно, если честно. Ректор Южноуральского государственного университета Александр Шестаков отметил, что студентов ЮРГУ приглашают на работу с большой охотой, а университет даже не успевает готовить специалистов, ведь потребность гораздо больше, чем выпуск. Также Александр Леонидович поздравил всех выпускников с окончанием университета. Я хочу поздравить всех выпускников нашего университета с окончанием университета, с успешным окончанием. Я хочу пожелать, чтобы они были успешны в применении своих знаний. Я хочу пожелать, чтобы они не забывали наш университет, приходили дальше на дополнительное образование. Те, кто закончил бакалавриат, приходили в магистратуру, а те, кто закончил магистратуру, приходили учиться в аспирантуру. Что потом нужно делать выпускнику? Ну, для начала нужно вдохновиться. А лучшие вдохновители – это люди, которые занимаются своим любимым делом. Настя и Паша – молодые предприниматели. Они первые в Челябинске начали производить детские кухни и теперь отправляют их во все города России. Важно отметить, что эти кухни изготавливаются полностью из натурального дерева. То есть их продукт экологически чистый, что особенно важно в современном мире. И что самое интересное, производство кухонь – логичное продолжение их предыдущего бизнеса. Мы начали с того, что стали производить мебель, стилизованные под поддоны, сняли гараж, ну, уже приобрели какие-то навыки, после чего одна из наших заказчиц из Ярославля предложила нам сделать такой интересный проект, как детскую кухню. Нарисовали проект и согласились на него. Вот, кухня получилась довольно интересной, заказчице тоже очень понравилось. Мы выложили в социальные сети своей, на своей страничке эту кухню и увидели живой интерес к этой кухне. После чего мы решили заняться этим всерьез. Самое важное в бизнесе – это стартовый капитал, на который закупается оборудование и материалы, и снимается помещение. Не менее важно наличие знаний и определенных навыков в своей сфере. Все это было у ребят благодаря полученному высшему образованию и их предыдущему опыту. Так как у нас уже был бизнес по производству лофт-мебели, у нас было некоторое оборудование и помещение. Выполняя заказы, мы докупали дополнительное оборудование необходимое, совершенствовали свои навыки и украшали наше помещение. Теперь это наш основной вид деятельности. Особенность бизнеса этой пары заключается в том, что они не прибегают к помощи других людей. Настя занимается всей рекламой и продвижением продукта, а также дизайном кухонь. А на Паше лежит закупка материалов и само производство. В целом наш модельный ряд состоит из трех кухонь. Две из них большие, одна мини-вариант. Кухни изготавливаются вот из таких вот деревяшек. Вот мы их составляем и делаем наши прекрасные кухоньки. В ближайшее время мы планируем создать и запустить свой сайт, а также посотрудничать с интернет-магазинами детских товаров. Дизайном и изготовлением детских кухонь Настя и Паша занимаются лишь полгода. Но за это время в их проекте появилось много нового. Они решили сделать из дерева игрушечный стульчик для кормления, стиральную машину и холодильник. Молодые предприниматели не собираются останавливаться на достигнутом. В их головах много планов по развитию бизнеса, но пока ребята не хотят раскрывать всех секретов. Вот ты выпускаешься из университета, и твоя жизнь кардинально меняется. Но кое-что в ней должно оставаться всегда. Это занятие спортом. Но мы же с вами люди креативные, правильно? Можно заняться чем-то необычным. Ну, например, паркуром. Боже. Я правильно делаю? Нет? Давайте лучше смотреть сюжет. Чтобы так профессионально владеть своим телом, Владиславу Шутюку потребовалось немало усилий и времени. Уже несколько лет молодой человек увлекается различными видами спорта. Прыжки с парашютом, дзюдо, слэклайн. Но истинным кредо стал именно паркур. На самом деле в детстве 4 года я ходил в гимнастику, и у меня была какая-то база. Потом я пошел в дзюдо, и параллельно с этим мои друзья
из деревни начали заниматься паркуром. Посмотрели видео, посмотрели фильмы и начали, соответственно, пробовать. Так как у меня был какой-то опыт после гимнастики, я вошел достаточно легко, начал сразу же с достаточно продвинутых элементов. Основателями паркур-движения считаются французские трейсеры Дэвид Бейль и Себастьян Фултон. Со временем произошел раскол во взглядах приятелей. Дэвид остался верен изначальной философии, а Себастьян создал свое видение паркура и назвал его фрираном. Теперь любители этого образа жизни стали четко разделять два направления. Сейчас смысл паркура заключается в рациональном перемещении трейсера из точки А в точку Б на скорость. Фрираннер же не ограничен в возможностях. Самое главное, чтобы все элементы исполнялись максимально красиво и зрелищно. Когда мы начинали заниматься, не было такого разделения для всех. Даже акробатика была паркуром, и просто все прыгали с обтухи, с гаражей, каких-нибудь сугробы, и называли это паркуром. А потом уже, лет, наверное, через 5, после того, как я начал заниматься, началось какое-то разделение. Не знаю, для меня это все едино, и я занимаюсь одним целым. Проверку на прочность Влад проходил не раз. Стал финалистом всероссийского конкурса «Паркур Челлендж». Завоевал призовые места в городских спортивных фестивалях «Энергия улиц» и «Спартаград». И на этом не останавливается. После того, как я занял первое место на «Энергии улиц», со мной связалась такая команда, как «Паркур Проджект». Те, кто двигает паркур в Челябинске, непосредственно работают с администрацией, выбивают, получается, деньги на паркур-парки и тому подобное. Ну и предложили мне с ними тренироваться, общаться и, соответственно, пригласили к себе в команду. А так как они организаторы, то они предложили мне судить, так как у меня хороший уровень. Опытным трейсерам свойственно исследовать новые интересные места. Сутками напролет они оттачивают свои навыки. Для Влада упорные тренировки, участие в соревнованиях, судейство не прошли даром. Благодаря этому он попробовал себя в роли тренера. Команда Parkour Project проводила в свое время воскресные тренировки по утрам. Я попробовал себя в роли тренера. Тренировал группы человек по 15-20. И достаточно интересный опыт. Также с друзьями, когда тренируюсь, тоже часто советую кому-то, что лучше сделать, что красивее сделать. Паркур не просто спорт, это опасный уличный образ жизни. Нельзя сходу овладеть различными элементами просто потому, что появилось время и желание. Только под присмотром опытного наставника вы сможете добиться успеха без риска для здоровья. Запомните, не стоит прыгать выше своей головы. Для начала достаточно малых побед. Учитесь правильно приземляться, делать подводящие элементы. Так путь трейсера начинал и Влад. Теперь у него в планах показать свой уровень уже на международной арене. Ну вот и все. Проводили выпускников Южноуральского государственного университета во взрослую самостоятельную жизнь. На мой взгляд, чтобы удержаться на плаву, нужно всегда стараться быть лучше себя вчерашнего, ставить себе цель и идти к ней. А с вами была Анна Захарова и программа «Молодежный проспект» – ваш вечный источник вдохновения.